Вопрос пятый насчет выработки новой модели социального развития. Я думаю, попытки создать модель догоняющего развития, они обречены на провал. Окно возможностей для такой модели, оно существовало только в конце 50-х, середине 70-х годов прошлого века, и то только для тех стран, которые имели выход к морю. Других новых тигров практически нам фактическая история не предложила. Это не значит, что нельзя ничего сделать. Это означает, что можно сделать просто модель обгоняющего развития. То есть не пытаться начинать строить структуру экономики с промышленности, переходя потом на сервисные сектора экономики и так далее. Можно сразу перейти к постиндустриальной экономике посредством развития некоторых эксклюзивных сфер развития, сфер экономики, которые многие страны или утратили, или не имели вовсе. Я имею в виду возрождение ремесел. Во всем мире уже люди устали от одинаковых промышленных товаров. Все хотят иметь эксклюзивные товары, handmade и так далее. Вот Кыргызстан как раз в этом смысле является уникальной страной, в которой сохранились ремесла, которые дают востребованную продукцию. Кыргызстан сохранил ремесла по переработке, например, шерсти, войлок и так далее. Таких стран в мире можно перечесть по пальцам одной руки. То есть вот она, эксклюзивные товары, которые могут быть предложены покупателям во всем мире благодаря торговле через интернет. То есть в советское время по понятным причинам централизованной рыночной экономики и так далее, возрождение ремесел было невозможно. Невозможно было возрождение ремесел в рыночной экономике в 90-е годы, потому что еще тогда не было развитости и доступности интернета. Сейчас и интернет, и компьютеры есть в каждом айлокмету, и ничего не мешает организовать тем ремесленникам, которые захотят это делать, реализацию своей продукции. Все.